Бердский радиозавод – крупнейший в Советском Союзе изготовитель бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Приемники-радиолы, электрофоны и усилители, магнитолы и музыкальные центры с маркой «Вега» популярны в нашей стране, известны и за рубежом. Чтобы иметь возможность осуществлять, ну что ли, авторский надзор за своей продукцией, от конвейера до прилавка магазинов, для этого на предприятии недавно создана специальная служба «Управление сбытом и сервисного обслуживания покупателей». И теперь во многих городах страны будут действовать подчиненные этой службе фирменные магазины и технические центры «Вега». Скоро откроются они в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Пятигорске, но этот первый. С первого же дня в магазине многолюдно. На выставке продажи представлено 20 моделей бытовой радиоаппаратуры, выпускаемой сейчас Бердским радиозаводом. В чем же преимущество вот этой формы работы с покупателями? Стирается барьер между покупателем и непосредственно изготовителем самой продукции. То есть покупатель, придя в магазин, может получить грамотную техническую консультацию, посмотреть аппарат, специалист продемонстрирует все технические возможности этого аппарата. Если же аппарат все-таки откажет в течение гарантийного срока, его оперативно отремонтируют, срок не более 2-3 дней. В дальнейшем мы планируем и обмен отказавшего аппарата на новый из подменного специального фонда аппаратуры. А что получает завод в результате этой формы работы? Контакт непосредственный даст обратную связь, то есть информацию, что нужно потребителю от аппарата, который он купил, какие его пожелания, то есть активное изучение покупательского спроса.